Так, дорогие мои, вот я показываю курицу. У меня это вот на 2150, а я отварила целиком курицу на кило 800. Я ее, значит, добавила я в бульон душистый перец, такой перец, горошком и немножко лаврового листа посолила. Отварила курицу. Вот у меня что получилось. Я ее, да, разобрала. Косточки отдельно, мяско отдельно. Сюда, значит, я добавила пару половников вот этого бульона. Сюда я добавила чесночок, паприку и приправу для курицы. Берем, у кого есть маленькие контейнеры, у меня, конечно, такие большие, я не буду. А вот сейчас я разложу мяско, вот еще раз перемешаю его. Это у нас столько мяса мякоти получается, что Это с вот одной такой получилось курицы. одной курицы, которой вес кило 800. Вот за минусом там шкурки, за минусом косточек, вот только мяско получилось. А здесь, конечно, будет еще больше. И будем выкладывать. Я хочу наложить в пакеты и заморозить. И сделать это. В общем, если я хочу сказать, еще маленькие контейнера у вас есть, чтобы разовые на блюдо. Раз вытащил, разморозил и приготовил за раз. А я вот сделаю по пакетам разовые у нас, вот в морозилочку покажу. Бульон у меня остался, я вчера на бульоне еще сварила простую рисовую кашу, еще бульон остался. Его тоже можно заморозить, можно разлить по баночкам, если вы будете, конечно, еще. А потом можно добавлять хоть куда, да? Да, специально вот. Ну, это по желанию, если баночки разольете, если вы быстро будете готовить, значит, баночки. А если на потом, то можете, даже бульон можете залить в пакеты. У кого плотные пакеты, то можно один пакет, у кого тоненькие, можно два пакетика. Заливаете и в морозилку. Так, сейчас мы распределим это все. Ох, у нас будет, сколько будет мяса-то. Ну, я решила сделать эту курицу вообще на три блюда. Куда уж теперь. Кстати, хочу сказать, мяско такое вкусненькое. Вот. Кстати, это не реклама. Это не реклама, да. У нас еще другого производителя курицы есть. Но, а это вкусное. Они, конечно, бройлеры. Опа. Вот сейчас аккуратно выложим их. Прямо. Вот у нас вот достаточно будет прилично много мяска на каждое блюдо. Это получается три блюда? Да, это три блюда будет. Пожалуйста, любые, хоть в супы, хоть там в тушенку, в кашу. Вернее, ну, то, что я имею в виду, картошку и капусту, и все что угодно. Дальше берем пакетик, кажется, наш. Так вот берем. То маленькие контейнеры. Сразу разовые есть. Не в виду разовые. Здесь вот так вот раз. Чтобы у вас места-то в морозилке было достаточно. Ручками. Оп. Так, закручиваете. И в морозилку. И вот так вот сейчас. Вот у вас будет мяско. Можете по желанию, кто хочет, я сюда не добавила лучок. Можете без чеснока, без лучка, там потом будете. Может, просто одно простое мяско заморозить. Но я вот так вот делала. Вот. Видите, как хорошо будет. Они будут у вас и место занимать немного. И вот хорошо это так. Разминаем его по пакетикам. Вообще все можно. И молоко можно замораживать в пакетиках. Молоко же продают в пакетах. Вот. Экономно и хорошо. Вот видите. Вот все, дорогие мои. Вот эти вот три пакетика побегут в морозилку у меня. Ну и все. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч.